Ура, привезли елочки. Зеленые елки среди желтых листьев. Пятки лежал. А что, нельзя, что ли? Надо разрешение, что ли, специальное, чтобы тебя снимать? Ты мне подписывал. Ты тренировался, да? Когда ты здесь? Что-то мы многое не знаем о своем ребенке. Ну, понедельник, вторник, потом среда, четверг. Тренировался постоянно. Я тренировался. Какие фонарики красивые. У нас сегодня, кстати, 15 декабря. 15, да, пап? 15 декабря. Снега, смотрите, нету. Нету снега. Травка полузеленая с инеем. Еще жалко, листочков не хватает. Вот такой, кстати, мне вспоминается эта картинка, как из детства. Я помню, вечерами с бабулей. С бабулей Лидой мы прогуливались. Собачку выгуливали. Давай, может, посидим? Тоже фонарики. Она холодная. Димочку мы ведем куда? Куда ты, Дим, идешь? На танцы. Всей семьей ведем ребенка на танцы. Вместе с папой, да? Чего все? Все? На танцы. Все вместе. Елочки. Кстати, мне туи нужны. Кустики, наверное. Потом я их наберу. Ну, там бегают. Молодежь, катаясь на ботинках. Красиво как. Через камеру красиво передается. У вас, наверное, тоже будет. Там с инеем лавочка. А тут цветочки были летом. Ты когда в коляске сидел, мы здесь гуляли. Тут футбол играет, фонарь, аптека, улица, фонарь. Аптеки не хватает.